Мы в примечание вписываем, да, что, да, лежат, что колеса лежат, колеса, потому что у нас установка, например, колеса не берет. Вместо кипы бумаг в руках водителей мусоровозов теперь только мобильный телефон со специальным приложением. В нем все точки маршрута, возможность отметить объем забранных отходов, оперативно уведомить о крупногабаритном мусоре, промышленном. Его региональный оператор не имеет права забирать. Фотофиксация площадок до и после вывоза отходов и еще ряд полезных функций. Приложение разработано специально по заказу Красноярской рециклинговой компании. Было разработано мобильное приложение для удобства работы водителя, для качества работы, для повышения эффективности и для замены бумажных носителей. Не смог, например, мусоровоз подъехать к контейнеру из-за припаркованных во дворе автомобилей. Водитель этот факт тут же отметил, и информация оперативно ушла к диспетчеру. И так по любому спорному моменту. Главная цель приложения – синхронизировать всю работу в едином информационном поле, подключить к системе ГЛОНАСС. Была проведена большая работа по автоматизации процессов именно перевозочного процесса, начиная с прошлом году с внедрения электронного путевого листа, синхронизации движения и данных, получаемых системы ГЛОНАСС в целях учета рабочего времени водителя, рабочего времени операторов, учета пробегов, ну и, соответственно, дальнейшее развитие этой системы – это контроль качества. Сейчас мобильное приложение в тестовом режиме обкатывает одна из компаний-подрядчиков Красноярской рециклинговой компании. Чуть позже оно будет доступно всем перевозчикам Левобережного регионального оператора. А до конца года появятся аналогичные и для потребителей, где они смогут увидеть не только местонахождение мусоровоза, но и узнать точное время, когда он подъедет к их дому или предприятию.